Это же океан! Впечатляет, да? И подумай, когда мы смастерим эту штуку и спасем измерение, ты сможешь отправиться куда угодно. Разве ты не боишься будущего? Оно непредсказуемо. Ну, иногда... На Савале ты спросила, хочу ли я найти родню. Долгое время я хотел. То есть, правда хотел. Но чем ближе я был к этой цели... А вдруг они не такие? А вдруг я не такой, как они думали? Я просто... Ну ладно, мы на месте. На станции Кидара император прячет самые секретные разработки, в том числе единственный рубион, нужный нам мощности. Значит, других вариантов нет. Приму к сведению. Слава императору! Нам привезли пар... ...тюбелковых кубиков! Рэчел, лифт опускается! Я надеюсь, это не единственный путь внутрь! Подмога прибыла и готов! Хочется сказать, подмога прибыла и готова умереть. Это вот в духе вот этих вот персонажей. Прокачанный негатронный коллайдер прям очень мощный теперь. Вообще, кстати говоря, эта база выглядит небольшой. Мне почему-то кажется, что миссия на этой планете будет довольно коротенькой. Хотя там... Я не знаю, как называется этот кристалл. Я хотел сказать фазовый кварц, но вряд ли это фазовый кварц. И вот там вот фазовый кварц. Это значит, что-таки эта планета может быть побольше, потому что мы будем телепортироваться в другую реальность. С этим локдауном через парадную дверь не пройти. Давай осмотримся. Должен быть еще один вход. О, спишь, не спи. Немело, друзья. Понимаю. Тебе нормально тут находиться? Я хочу купить Баз Блейдс. Хочешь морозить врагов в землю? Попробуй новинку! Холодок! Повеяло морозом? Или это... Холодок! Он превращает противников в промерзшие насквозь ледяные глыбы! Они будут... Ну, прикольно. Это, напоминает оружие из Ratchet & Clank: The Nexus. Там было оружие, которое превращало врагов в снеговиков. О, это Близзон. А, Близзон. Его используют для хранения энергии. Но почему этот такой фиолетовый? Может, это из-за царящего вокруг пространственного хаоса? В таком случае, при ударе по нему мы либо переместимся в другое измерение, либо мгновенно схлопнемся. Мне нравятся шансы. Так и знала. Близзон впитал в себя энергию, высвобожденную пространственным хаосом. Мы попали в другое измерение. Заброшенное измерение, судя по виду. И холодно. А этот лифт вообще работает? На удивление, да. Знаешь, Рэтчет, у меня ведь тоже нет родни. Если не считать императора. Так что хуже семьи, чем у меня, быть не может. Может и так, но будь даже ломбоксы лучшей роднёй на свете, их все равно можно разочаровать. Почему? Ты же герой. Подумаешь, поколотил пару злодеев. А они зато столько всего создали. Ты себя недооцениваешь. Может быть, но мне хорошо живется в моем измерении, Кит, и я боюсь все испортить. К слову о рисках. Раз Кидара существует в этом измерении, может, тут и Горн Рубион есть? Возможно. Но учитывая состояние станции, не факт, что он будет работать. Тогда нужно отыскать еще один кристалл Близзона и переместиться обратно. Ой, заброшенная станция, все течет.
Может быть. Или что-то вырвалось из контейнера. О. Кажется, что-то вырвалось из контейнера. Неплохо так. А? Это амибоид? В смысле амибоид? В каком месте это амибоид? А, или может быть Рэчету что-то показалось, и он решил из самого безобидного увидеть амибоида. Тогда да, тогда логично. Вот этой дверке плохо. А зачем мне тут? Здесь золотой болт. Так, отлично, больше мне здесь делать нечего. А дверки сломались окончательно. Грустно, хотя здесь уже никого нет. Все равно грустно. Это и правда было амибоид! О, нет. Мерзость. Они лезут из... Они идут повсюду! Не дай меня съесть! Стреляй! Не то они нас сметут! Да, вряд ли. Они безобидные. И они все маленькие почему-то. Я не видел ни разу за игру больших амибоидов. Пути-пути. Ты всех уложил? Скажем, предположительно. Тут еще! А вот этот уже побольше. Видимо, они множатся во всех из... Возможно, стоит прокачать пикселизатор, потому что я им тоже довольно часто пользуюсь. О, классно, просто наспавнил кучку пикселей на экране. У-у-у, там плавает что-то. Пиранья какая-то мутировавшая. Она, кстати, была и в Ratchet & Clank 2016 года, следовательно, была в Ratchet & Clank 2002 года. Ищу тут Близзон. О, я знаю одно такое место. Но я уронил в воду свой привод доступа. Надо слить ее. Но как, Рэч? Как? Спокойно. Я разберусь. Кстати, а мы в этой игре плавать-то умеем? Если помещение часто затапливает, пульт управления насосами должен быть на возвышении. Если тебе интересно. Мне-то, конечно. Рад познакомиться, Хламбот. А это Кит. Привет. Зачем вам нужен этот Близзон? Нам, нужно задействовать Горн Рубион в другом измерении. О, у нас такой есть. Жаль, это давно не работает. Он делал занятнейшие квадраты. Ох, теперь эти рыбешки умирают. Привод доступа что-то вроде ключа? Если ты прозрел полегко, нажимать на кнопки, то да. Что? Близзон! Совсем рядом есть лифт, который доставит нас к одному из таких дивных светящихся кристаллов. Что это? Это Бодряк, мой дружбан. Иногда пытается меня убить, но в целом славный малый. Пытается тебя убить? Если вы подружитесь, сможете звать его Бодрилой, или Бодрини, или БД. О, крутое прозвище. Классно, игра резко перешла в Alien Isolation. Какого черта? Ну и что мы тут будем делать? Здесь только что был пространственный разлом. А там внизу Реритан. Так, и как мне теперь добраться наверх? Видимо, вот так. Вот, лифт! Бэмс! Дайте только нажму на кнопку своим приводом. Мне кажется, лифт не работает. Нет,
Нет! Мой привод доступа! Он не работает! Теперь это просто привод! Что за... А, постой, питания нет. Ха-ха, надо просто как-то снова его включить. Мы с этим разберемся. Ладно, я останусь тут и понаблюдаю. Ну так, а кто же еще с этим разберется? Этому хламботу можно верить? Он странноватый, но вроде не злой. Не до конца понимаю, что надо делать. Я не могу подлететь вверх. Для безопасности. Амибоиды нас выследят. Они хотят есть. Я сомневаюсь, что эти существа достаточно умные, чтобы уметь кого-то выслеживать. Но допустим. Рэтчет! Большого! Большого! Да так мило на самом деле, то, что он вот так вот пугается этих слизней. А по-моему, на днище несколько амибоидов бегает. Теперь не бегает. Поехали. Ну, а здесь что-то рынок какая-то будет бежать на нас. Видимо, да. О, какое большое. А, надо же, какой он сегодня игривенький. Игривенький? Обычно бодряк просто гуляет себе по станции. А тут он прям активно вас преследует. Ха, я ревную. Интересно, а чем эта штуковина питается? Мой любимый близок на этой станции. Если смотреть на него часов 6, он начинает... Ну что, наверное, пора прощаться. Спасибо за помощь, Хламбот. Не за что, рай. Ну, с кукухой у него явно беда. Так, и здесь явно должно быть что-то секретное. Например, болт. Хотя один я уже нашел. Просто а вдруг еще будет один. Я нифига подобного. А вообще... А нет, здесь аж целых 3 золотых болта, но я нашел только один, ладно. Но надеюсь, он явно не тут. Что? Вы откуда взялись? Из другого измерения? Да, смешно. Скажи боту Джорджу завтра, я на нем отыграюсь. Ты можешь по приколу сам этот кристаллик долбануть. О, тут уже есть Ровитан. А мне, собственно, куда двигаться-то? Отыщите Горн Рубион. Это понятно. Ну, видимо, сюда. А ты что здесь делаешь? Ну, тут такая история. Я к тебе обращался. Ты обращался ко мне. У нас тут локдаун. Как ты и твой скакун попали сюда? Я провожу осмотр станции. Сколько тут белого и оранжевого? Потому что я художник-декоратор. Первоклассный. Наш император хотел провести ремонт, но чтобы это был для вас сюрприз. А ты все испортил. Нет, я бы ни за что не осмелился. Прошу сюда. Считайте, что я уже стер себе память. Хорошо придумала, декоратор Кит. Что будем делать? Можно поговорить с ними. Это отведет нас от подозрений. Или можно пойти прямиком к пульту управления и сделать измеренитель. Пульт управления Горном вон на той платформе.
Так, а с кем мне можно говорить? С этими ребятами вроде говорить нельзя, треугольничка нет. 40 часов до следующего перерыва. Ага, ладно. Стрелял лазерами немыслимой мощи. Сложно, но осуществимо. И был больше 100 этажей в ширину. Так, ну можно напрямую пойти к пульту управления, наверное. Но поскольку говорить здесь ни с кем я не могу, пошли к пульту управления. Так, нет, здесь я уже был. Чертежи загружены. Что у нас тут? Ага. Ясно. Ты жмешь наугад? Да брось. Вы запустили корм только на резервном питании? Но кнопка основного питания рядом! Мы проводим стресс-тест. Посмотрим. Да, все ломается как надо. Погнали отсюда, пока! Взять этих шарлатанов! Круто, но измеритель-то сделался. Ачивка получена, не нарывайся. А что такое мне надо было сделать ради этой ачивки? Меня не остановишь! Здесь ничего нет, надо двигаться дальше. Серьезно? Совсем ничего? Ну, видимо, ты прав. Ну, можно оттащить эту станцию чинили, может он ее починит. Как можно было поверить в такую? Хоть бы удостоверение спросили! Здорово. Сейчас найдите этого Ломбокса. Если он еще что-нибудь мне испортит, я вас самих запихну в горн и сделаю из вас сувенирную кружку! Они уничтожили горн Рубион, сэр. Что? Подать мне Ломбокса! Подать мне Ломбокса! Подать мне Ломбокса! Эх, я ждал, что он на меня как-нибудь отреагирует. Так, что у нас тут? Упс. Это точно не последний. Нужно выбираться отсюда. Может использовать Близзон? А это мысль! Измерение монстров нам сейчас вполне подойдет! Почему нет? Удобно. Смел всех на своем пути. А вот и Близзон. Вот наша лазейка! А достать-то его как? Ты каким образом выжил? Отлично. Так, ну надеюсь, пока больше врагов не будет. Так, еще вот тут есть боеприпасы. Интересно, мне с тем гигантским чудовищем потом надо будет сражаться или нет?
Там, кстати, враги заспавнились или что? Не, просто мибойды. Совсем все плохо. Я надеюсь, на этом-то все. О, рыбки. Жалко их на самом деле. Им бы водички. А я могу только облегчить их участь. Что нам делать? Это был единственный горн, способный изготовить измеренитель. Есть еще один в этом измерении. Может, получится его задействовать? Так вот, я хотел сказать, мне за такие шутки YouTube никакое ограничение не впарит. А то мало ли. Сейчас тут все строго. Почему-то вид этих спасательных флотов меня не особо успокаивает. Вернусь-ка я назад. Нет, мультиключ так не долетит. О, капитан Звездный Щит. Один из трех. Блин, не люблю на самом деле собирать броню по кусочкам. Мне кажется, я так ни один сет брони до конца не соберу за все прохождение игры. Так, и теперь идем обратно. Вот сюда. Но зато здесь все тихо, спокойно, никто тебя не атакует. Вот рыбки плавают. Рубион заработал. Но у нас сбои в электроснабжении. И в отсутствии энергии в системе завелся какой-то гадкий вирус. Из-за него ничего не работает. Есть у меня подруга, которая в этом раз... Действуй, глючка. Погнали. В этом измерении тоже есть вирусы? Да, везде есть вирусы. Это значит, что я теперь могу пробивать щиты? Теперь они летают? Ну и что? Удалить их мне это не помешает. Так, вот у него есть щиты, у меня был апгрейд для импульса. Нет, против щитов это мне не поможет. Меня учили. Если удалить вирус, можно впитать поглощенную им энергию и зарядить ею ядерный импульс. А как использовать? А вот, чтобы применить импульс, нажмите крест, понял? Так, но пока я этим пользоваться не буду. Как-нибудь в другой раз. Оставлю напоследок. Ай, меня кусают, и причем как-то очень сильно. Так, а в чем прикол этого ядерного импульса? Меня так и убить могут. Так, возможно, я делаю что-то не так. Очень на это похоже. Так, попытаюсь вынести вот этот кокон. Так, а где твой энергошнур?
Вот он. И отлично, остался один единственный. А где это я вообще? Я с этой сменой плоскостей полностью запутался. Ну, может быть, мне сюда? Да, точно, мне сюда. А никто мне ХП восстановить не хочет? Было бы неплохо. Так, где-то здесь гнездо вирусов, которые я даже не вижу. Я умер. Капец, а чё я так быстро умираю? Как мне тут выживать? А, вот теперь они поднимаются наверх, и я могу их атаковать, понял? Так, одному хана. Капец. Что вообще происходит? Почему меня так быстро выносят? Как тут вообще сориентироваться-то? Простите, а как тут выживать? Все еще не понимаю. Врагов очень много. А, я каким-то чуждом выжил. Сомневался. Спасибо. Молодец, Рэч. Вот теперь можно запустить Горн. А как это сделать? А, нужно найти источник питания. В последний раз я его видел внизу, за гермодверью. Но имейте в виду, там малость страшновато. Ну, конечно же. Спускаемся вниз, в подвал, считай. Ну, как понимаю, в другое измерение нам идти уже смысла нет. Надо выбрать какую-то более опасную пушку. Да, кстати говоря, вот эта дверь вообще-то доверия не внушает. Что такое вам надо запереть? Но тут ничего нет. Ламбот дурачит нас, что ли? Не знаю, но если источника питания и правда нет, мы можем взять из другого измерения. Из того, где нас ищут по всей станции? Может, потом придумаем, что получше. А пока, давай поищем близу. Кстати, а что у нас вот тут? А, здесь ничего, здесь стекло. Я никуда пройти дальше не могу. Окей. Ну как это твары на сзади? Вон свет. Это тут монстрик. А убить его получится? А он меня заметит? Только не сейчас застрять в текстурах, пожалуйста. Это он! Это Бодряк! Рэчет! Надо его отвлечь. Есть тут... О,
Есть тут что-нибудь дельное под рукой? Чтобы отвлечь внимание бодряка, разбейте канистру с желе. В нем желе из скорпионов? Бодряк, наверное, голодный. Скорее, это наш шанс улизнуть. Понял, принял. Знаешь, почему-то измерение, где нас ищут по всей станции, начинает смотреться все привлекательнее. По крайней мере, там есть свет. Что это за звук? Не останавливайся! Рэтчет, я нигде не вижу Близзарда. Единственное место, где он еще может быть, за дверью. Но она-то как раз и заперта. А если пройти вдоль этих кабелей? Может, получится отключить замки? Кажется, ты прав. На сей раз. Я так заранее эту штуку сломаю, может быть, он среагирует. Потому что, мне кажется, он сейчас заскриптованно на меня побежит, как только я встану на эту панельку. Или нет? Ну ладно. И что, этого монстра тут нигде нет? Он даже в стеклах не покажется, чтоб меня попугать. Да, понял, принял. Что со светом? Он уже здесь! Это немного тревожит. Но я сомневаюсь, что он сможет пробить стекло. О, смотрите-ка, какой милашка. Фоторежим. Я ж могу вот так за ту сторону стекла пройти? А, нет, не могу. Боже, ну и рожа. Приблизить можно? Не, это максимум. Уи. А так он не такой страшный. Блин, это отражение, что ли? Да, это отражение. Здесь он выглядит скорее грустным, чем страшным. Так что мне прикажете здесь делать? А, отлично. Компьютер включился. Посмотрим, что там. Главный замок открыт. Возобновляю воспроизведение. Идите сюда, идите! Гляньте-ка туда, Зариф. Он там сейчас играл и... Идите, идите! Как он так плавает? Это приветствие? Стойте! Что делаете? Ему же больно! Не надо! Прекратите сейчас же! Прекратите! Это был хламбот? И кажется, он говорил про бодряка. Уходим отсюда! А дверь закрыта. Дверь не открылась, да? Ни разу. А почему, кстати, дверь не открылась? А, потому что в другую сторону надо еще сходить. А тут замок открывается рычагом. Наверное, этот зал решили не обновлять. А, ты про вот это? Беги! Серьезно, он уже здесь? Ну, чисто технически я могу его выманить вот сюда и попытаться уже выкрутить болт. Давайте попытаемся. Классно, я пошел. Почти. Ну хорошо. Будь я близок, где бы я был? Ну, видимо, где-то дальше впереди. Кислородный фильтр еще работает. Я его 100 лет не проверял.
Отлично, теперь у меня уровень под водой. Зачем мне вот это тут? Ну, допустим, мне это как-то поможет. Траншея Феннесси, 300 метров. Рэчет, я все думала насчет того, что ты сказал про Ломбокс. И про хорошую жизнь. Мне хорошо жилось на Савале. Там было тихо, спокойно и уютно. Когда ты предложил партнерство, мне тоже не хотелось всем этим рисковать. Но я не прогадала. Спасибо, Кир. Приятно слышать. Но просто я не уверен. Ничего. Теперь я буду той, кто верит в тебя. Оу. Нам ползут ядовитые крабы! Я здесь был? Я сюда даже запрыгнуть не могу. Смотри, там шлюз. Так, ну то, что там шлюз, это, конечно, очень круто. Но мне же его надо как-то открыть, да? Так, а еще на этом уровне где-то два золотых болта. Я так понимаю, я их уже не найду. А что там какой-то разлом вдалеке? Я туда как-то попасть могу? Видимо, тоже нет. Тогда попытаемся дойти до шлюза. О, он все-таки открывается. Зато я более чем уверен, что здесь врагов не будет. Сейчас на 24915, мне, по-моему, буквально нескольких болтов не хватает на новую пушку. Ну-ка. Вам нужно новое снаряжение? На глубине 200 метров действует особая скидка. А нет, я могу купить холодок. Что вы здесь делаете? Если Зуркон-младший хочет пойти учиться на экзистенциального экономиста в Вагонский университет, я пойду на все, чтобы мы могли себе это позволить. Воу. О, ты посмотри! Так, с этим мы пока что закончили. Чтобы получить это оружие, нужно перебить из него больше злыдней. Рикошет надо докачать. С каждым отскоком убивает из противников еще несколько болтов. Такое себе улучшение, если честно. Раститель надо бы прокачать. И вот это землерой. У землерой что-то вообще каких-то улучшений вот этих по типу обвести нет. L2 прицелиться, R2 выстрелить. Я также могу и на эту кнопку прицелиться. Источник питания где-то рядом. Понял, принял. Блин, я забыл, как это оружие называется. Секундочку. А, негатронный коллайдер. Просто мощная штука. Мне пока это оружие, по-моему, больше всех в игре нравится. Хотя на деле это просто гигантский лазер. Так, а зачем я, собственно говоря, здесь? Опа, это же тот монстр. Вы хотите сказать, он питает эту электростанцию или что? Источник питания? Это бодряк? Надо освободить его. Посмотри, что с ним сделали. Он поэтому такой злой. Мы пришли с миром, здоровяк. Ну а теперь вода.
мне ничего не сделает. Да, да, этот парень, возможно, захочет нас атаковать. Радостное шипение или злобное? Он нам помогает! Какое облегчение! Я хочу за этим понаблюдать. На нас идут враги, если ты меня понимаешь. Ладно, возможно, ему надо помочь. Давайте-ка к нему подойдем. Наконец взялись за большие пушки, да? Ого, сколько пушек. Офигеть, их тут трое. Как скажешь. Случаем не знаешь, как еще обеспечить Горн Рубион энергией? Он хочет, чтобы мы шли за ним. Близон, он просится с нами. Где угодно лучше, чем здесь, да? Может, он все-таки поможет нам с Горном? Ты с нами, Бодряк? Пойдем. Горн Рубион наверху. Да брось, БД! Это же я, твой друг! ХП! Ух ты! Ну как, сработало? Отличный напарник. Какие они теперь прикольные. Спасибо. Непременно. Хлами. Кланг! Ривет! Мы создали измеренитель! Да ладно! Стоп! Мы? Я в тебя верил, а мы раздобыли фазовый кварц. Да, тогда встречаемся в Павизурке. О, встречаться? Я не умею. О чем ты говоришь? Мы же с тобой встретились, и все хорошо. Я свалилась прямо перед тобой и кричала громко. Ну да... Надо просто... Веди себя дружелюбно. Не напрягайся. Не напрягаться. Ладно. Мне на самом деле очень хочется посмотреть навстречу Кланка, Ривет, вот этих всех... Кланка, Ривет, Рэтчета и Кит.
Поэтому я хочу по-быстрому зайти, что посмотреть касцену. И, пожалуй, я на этом уже закончу. Ну, на сегодня. Хм, а что там сейчас у Риви? Привет, Рэтчет. Я Ривит. Рада познакомиться. Что ты делаешь? Ничего, просто думаю о том, как построить измеренитель и спасти вселенную. Ты нервничаешь из-за встречи с Рэтчетом? Что? Да, чуть-чуть. Он тебя не обидит, обещаю. И как построим измеренитель, он поможет нам найти доктора Нимфариуса. Ну да. Значит, ведро, наше приключение. Что? Привет. Привет. Да, да. А вот и Кланг. О, друг. Все в порядке, Рэтчет. Мне даже начинает нравиться такой вид. Если что, я его таким нашла. Да брось, ты бы не обидела Кланка. В конце концов, ты — это я. Постой, с чего ты взял, что не наоборот? Ну, а как же еще? Я же... Нечего сказать. И правда нечего. Да, кстати, Ривит — это... Кит, я с нетерпением ждала встречи с тобой. Я тоже... Полагаю, пора навести тут порядок. Ты не хочешь, Доктор Нимфариус. Это измерение просто сказка. Мои проблемы решаются сами собой. Сколько раз вы его побеждали? Видимо, недостаточно. Можно я? Да, пожалуйста. Что вы делаете? Окей, я просто хотел посмотреть кат-сцену, но здесь оказывается босс. Не такой уж и единственный. Мне показалось, он на секунду завис. Эх, ты ж гниль. Почему эти ломбы ко всему приспосабливаются? Падайте вы уже! Хватит тянуть время! Все складывается как-то не очень. Все под контролем, я в полном порядке. Интересно, здесь чекпоинтами. Чекпоинты между этими точками есть? Кстати, я ж могу его в растение превратить. Ну, другой разговор. Так, окей, не то оружие. А иди ты в задницу. Я не позволю ни тебе, ни Рэтчи, то ни Кланку, ни тому, что у тебя на спине. Да хватит! О, хилка заспавнилась. Я не люблю, когда она летает рядом со мной. А мне угодишь! Может, тогда сменим обстановку?
Ну не отсоркался. Скажи, что ты будешь атаковать Нефариуса. Мы что, на Саргасе? Да, я отсюда родом. Забавная история. Хотя, сейчас не до того. Вы что, беседы ведете? Ладно, притворяйтесь, что вам не страшно. Я вам покажу. Это я, ваш император! Гениальный и могущественный, как никогда! Так где ты летаешь там? Я, честно, сейчас чисто наугад выстрелил, я каким-то образом в него попал. Блин, патронов нет. Кнопки не подписаны! Ты зачем все это просто, чтобы ощутить вкус власти? Мне хочется разгромить тебя и Рэтчета на глазах. У моих восторгов! Круто. Так, там есть хилка. Я за хилкой. Где он там летает? Вообще не вижу. А вот теперь вижу. Блин, он еще фиолетовый, он сливается со всем окружением. Ну так вот, постой немножко. Ну, я ж могу его рикошетом атаковать, кстати говоря. Если, конечно, попаду. А ты оборзел. Давай, бадабим, бадабум. Мы притихли. Смелее! Давайте поздравим Ривет с первой победой. Как жаль, что я не успел к началу. Зато я рад объявить, что завершил нейтрализацию своих врагов. За исключением капитана Кванта. И... Короче, когда я услышал, что мятежник Ломбокс дерется со мной, я был обязан... Услышать, как все радуются твоему поражению? Кто радуется? Они, что ли? Нет! Стой! Я с мятежниками сражаюсь давно. Я помогу тебе их истребить. Мой... Странный фанат предлагает помощь. Заманчиво. Что бы такое придумать? Может, домашний муж? Он отправился на Саргасу.
Надо его опередить. Мы поможем тебе. Рэтчет, нужно связаться с Квантом. Он последний в списке целей. Лети на Ордолис, найди Пьера. Он тебя отведет. Постой. Если нас ждет бой с Императором, нужно раздобыть как можно больше ресурсов. Ты права. Может, перед уходом стоит заглянуть на арену. Ладно, что ж. На этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну и всем удачи. Всем пока.